Шуба-дуба-дуба-пада-папа. Е-е-е. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня у нас с вами продолжается Виндятник. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Roblox. Эту игру мне народ просил, народ советовал, поэтому мы сегодня с вами в нее рубанем. Я не знаю, как эта игра зайдет, напишите в комментариях, доставила ли она вам или нет вообще. И как только это видео соберет, пусть будет 4000 лайков, мы с вами сразу продолжим следующую игрушку. Я что-то поднял, что это такое? Я что-то поднял, я молодец. В общем, это у нас и игра «Привет, сосед». Если ты вдруг не заметил, у нас там какой-то НЛО вдалеке, и сосед творит какую-то вообще непонятную колбасню. Слышь? Артемка! Что за хрень ты делаешь? Эй! Артем? Ты шо, мать твою, супермен совсем? Ладно, ладно, ладно. Это нормально, стоп, я не в ту сторону пошел. Значит, мне надо сейчас сначала пройтись ко мне. Я надеюсь, игра не будет лагать. Я прямо сейчас записываю время за кодирование моего видео. Если вдруг видео будет чуть-чуть подтормаживать, то в этот раз прошу меня простить. Я потом по записи посмотрю и, если что, все поправлю. Дверь закрыта. Нажать на вот это могу? Нажать на вот это могу или не могу? Подожди, что мне надо сделать? Я могу почесать ногу. Completed, включить электричество. Проверить внутренности. Я сейчас все проверю, да, сейчас проверю все равно. Как мне это открыть? Как мне открыть это? Ладно, пошло оно, блин, в баню. Артем, ёпта! Артем, сзади нас какая-то ядерная ракета взорвалась, ты видел этот свет? Ладно, Артем, не обращай внимания на НЛО. Ого, луна какая классная. Артем? Артем? Просто народ хотел посмотреть что-нибудь по соседу. А сама игра, сосед, как бы в данный момент... Ничего нового не имеет. Здрасте. Добрый вечер. Эй! Ты что посмотрел на меня и пошел дальше? Артем? Артем? Я первый раз играю в эту игру, так что не обижайся, если я вдруг буду тупить. Хочешь ключ? Артем? 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 Извини, Артем, ты сегодня пойдешь ко мне. Ты моя игрушка. Оп, оп, ляп. Все, Артемка, ты моя игрушка. Знаешь, люди пишут фанфики, разные фанфики. И в этой игре я упаду. Я лягу рядом с тобой, Артем. Все, давай лежать вместе. What the fuck? Меня заколдовали, господи. Меня Артемка прокинул. Он меня толкает. Ты что делаешь-то? Ты что делаешь? Жопастик ты вонючий. Да хватит меня убивать. Но меня убивает постоянно. Что за фигня? Так, подожди, подожди. Оп, оп. Да ты заманал. Уйди от меня. Вон на тебе НЛО какой-то напал. Она тебя сейчас телепортирует туда и вытащит у тебя весь мозг. Ха-ха, подожди, у тебя же его нет. Оп, оп, оп. Я вроде бы отошел. Ну, недалеко я отошел. Хватит меня куда-то уводить. Все, нормально себя чувствую. Прекрасно. Оп, все. Давай унесу тебя домой, Артем. А то мне как-то не нравится, что ты пытаешься со мной сделать. Как мне тебя сунуть обратно? Потому что, опять же, это очень странно. Это все очень странно. Вот я сломал тобой окно. Иди туда. Иди внутрь. Иди к лебедям. Давай, иди туда. Да давай. Ладно, ладно. Раз не хочешь, окей. Ну давай я посажу возле этой шляпоньки. Хочешь шляпы? О, во-во-во. Я нашел для тебя место. Оп. Подожди, я пошутил. У меня слеза потекла. У меня слеза потекла за этого Артемку. Все. Он от меня отвалил? Скажи, что ты от меня творил. Да, он творил. Он снова покатился к себе в дом. Но, к сожалению, не может прорваться к себе в дом. Шо ж ты такая глупая та ложбинка, а? Ладно, я не понимаю. Я не понимаю, что этот для меня творит. Ладно, что это такое? Что это такое? Кирпич какой-то? Ну ладно, нафиг мне кирпич. А, включи электричество. Как включить электричество? А я не понимать. А, R. Я типа что-то делаю. Но как бы это ничего не делается. Я могу подбирать предметы. Нет, я не могу подбирать предметы. Я могу открывать двери. Shift, Ctrl, Alt. Левая, правая кнопка мыши. Слышь? Я мои руки могу достать. Почему-то... Здрасте. Что здесь делает куб из портала? Как я его родил вообще? Кто-нибудь скажет, как я родил куб? А, окей. То есть я могу при помощи Z рожать кубы. Артемка, хочешь кубики? На, о боже мой, игра начинает тормозить из-за такого количества кубиков. Ладно, я не так думал, я не так себе представлял эту игру, по чесноку говоря. Я представлял, что она будет гораздо более веселой, и Артемка, по крайней мере, будет пытаться меня поймать. Только что один ящик исчез прямо на моих глазах. Что за магия? Видимо, этот ящик обрел собственный разум, пошел купить себе хлеб. Так, слушай, закрыто. Как мне открыть? Как это открывается? Работай! Работай, псина! Я не знаю.
Я так с самого-самого-самого университетского своего времени никому не говорил. Просто когда-то, когда я не мог сдать лабораторные работы, мне пришлось договориться с чуваком, чтобы он сделал за меня лабораторную работу. Я вот так же ему говорю: работай, псиной. Он работал, прикинь, он работал. О, господи, боже мой. Что это такое? Артём! Артём, меня утаскивают куда-то! Артём! Она меня бьет! Меня бьет этот мешок с мусором! Так ладно, пошел ты в баню, мешок с мусором! Это какой-то странный дом, это аномальный дом! Артемка сходит с ума и представляет себе человеком-пауком. В дом я пройти не могу. Ничего я брать тоже не могу. Нате. Я могу тебя отталкивать? Подожди. Я правильно понял? Я могу тебя отталкивать? Я могу тебя притягивать и отталкивать при помощи волшебной шляпы! Ха-ха! Я всегда мечтал о волшебной шляпе. Всегда мечтал. Вот сколько себя помню. Когда у меня Дед Мороз спросил: где Андрюш, что ты хочешь? Я сказал: волшебную шляпу, Дед Мороз. Я могу даже тебя унести. До свидания, Артемка. Ладно, я тебя, пожалуй, верну обратно. Потому что я как бы думаю, что тебе стоит остаться здесь. Я тебя как-нибудь сейчас засуну в дом. Да? Я думаю, что да. Хочешь в дом обратно? Артем, я помогу тебе. Я же хороший парень. Поэтому залазь вот сюда. Сюда чуть-чуть. Назад чуть-чуть. Вот лежи. Как там, нормально? Вот, все. Артемка дома. Петулечку, мы молодцы. Мы большие молодцы. Потому что мы смогли это сделать. Теперь он продолжает прыгать по стенам там. У Артема, по-моему, какие-то проблемы с психикой. Я не знаю. Мне нужно позвонить врачу. Алло, врач! А, это радио. Ладно. Так, я все еще пытаюсь понять, как открыть это. О, что-то было. Вот оно как! Вот оно как! Да, я потратил очень много времени на то, чтобы понять, что это такое. Ладно, я прошу меня простить, я не играл никогда в Roblox. Ладно, я врубил электричество. Я умничка. Очевидно, я умничка. Но что я еще могу сделать в этой жизни? Подожди, мне нужно. Completed. Проверить внутренности. Сейчас я проверю внутренности. Оп, как врач буду. Все, я проверил все внутренности. Спать могу, спать не могу. У меня эта кровать похожа, будто ковер мне постелили на кровать. Знаешь, мне постелили даже не матрас, даже не полотно никакое, а ковер. Я что, по-вашему, какая-то... Я какая-то котейка, чтобы спать на ковру? Хотя нет, у меня котейка даже не спит на ковру. Пип-пип-пип-пип. Откуда здесь птицы на меня кричат? Я не понимаю. Ого. Эти деревья похожи на какие-то, я не знаю, вакуоли. Я даже не знаю, что это. О, боже мой. Вот это у тебя машина. И она тоже из ковра. Почему здесь все сделано из ковра? Я могу к тебе войти? О, я могу войти в дом. Я могу войти в дом к соседу. Наконец-то. И сейчас мы узнаем, чем занимается сосед в свое свободное время. Он лижет стену. Потому что может. Окей, Артем. Занимайся чем хочешь, я не буду тебя трогать. Акула! Здесь акула, она меня убьет. Акуле вообще по... Вау. Артем! О, боже мой, она меня закинула под землю. Щет, меня убила акула. Печально. Ладно, Артем, а почему у тебя акула дома? Ладно, я могу у тебя хотя бы унести вот это? Нет, не могу. Откуда птицы поют? Я их нигде не вижу вообще. Ладно, я могу покопать. Я могу копать? Я не могу копать. Мне, наверное... Окей, я, видимо, могу копать. Ладно. Это игра просто топовая. Топовая игра. Возьми вот это. Возьми. Оп, все, умничка. Так, тихо. Женщина, не бей меня. Женщина, хватит. Что за рукоприкладство, женщина? Да женщина. Женщина меня не выпускает отсюда. Смотри, ну вот типичная девушка. Типичная девушка, опять же. Она мне четко напоминает мою преподавательницу. Та тоже меня постоянно пинала своими ногами, пыталась затащить в кабинет, а я не хотел. О, смотри, починилась. Артем, а ты куда делся? Артем! Артем куда-то свалил. Ладно. Так, тихо. Так, не убивай меня, не убивай меня! На куле монстр, пшоу вам! Я тебе учительница это двину. Ой, иди! Какого фига? Какого буя он вообще появился там? Он просто взял и вылез. Акула просто взяла и вылезла ко мне. Так, подожди, дай мне опуститься. Что происходит в этом доме? Ладно, акула. Разговор с тобой в этот раз будет короткий. А ну иди сюда, жабритый бомж. Где он? Она пропала. Она куда-то ушла. Ладно.
Мария Семеновна, пожалуйста, будьте аккуратны, не врежьтесь ни во что. Не шибучьтесь ни во что, да пожалуйста, хватит меня пинать еще. Все, нормально, нормально, хорошо, вот так вот идем. Да. Иди нормально, хвостатая ты человечина. Да. Так, все, положись. Давай вот, вот туда вот толкай меня, вот, 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 смотри, назад она идет отлично. Так, все, нормально, все, все, отсюда вон, поставить тебя сюда, отличненько. Теперь, тут нет номеров. Я понимаю, что это не работает. Ты куда делся, Артём? А куда делся, Артём? Колокольчик лежит на унитазе. Это норма. Это абсолютная норма. Ты смотришь телек? Артём! Артём! Я потерял Артёма. Я потерял Артёма! Нет! Блин! Артём! Артём! Он куда-то ушел просто. Куда-то просто взял и пропал. Окей. Видимо, она вместо Артема, да? Она даже не поднимается. А не, она поднимается. Он пытается меня бить. Ай. Я случайно притянул его к себе. Ладно, ребята, я не знаю. Я не знаю, что это за игруля такая странная. Но мы, по идее, прошли. Мы выпустили акулу. Мы молодцы. Я не знаю, я ожидал, что Roblox будет более такой годно сделанной игрой, но, на примере соседа, конечно, это, конечно, весело и здорово, что акула вышла и пытается теперь охотиться на меня. Я могу тебя вытащить вообще отсюда? Это, видимо, особая подземная акула. Она под землей плавает и пытается меня цапнуть! Цапнуть, 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 цапнуть! Она убила меня. Невероятный жеброклюв. Ладно, ребят. Хватит с меня этой игры. Иначе я боюсь, что мне придется опять идти к врачу и принимать таблетки после всего этого дерьма. Так, хватит. Не нападай на меня. Дайте возьму и унесу. До свидания. Иди на Луну. Понятно? О, господи. Все, она преодолела препятствие, она продолжает свое путешествие. Ладно, ребята. Я надеюсь, вам понравилась эта игра. Я не знаю, я сомневаюсь, но это было забавно. Типа того. Поэтому, да. Я надеюсь, вам понравилась эта игра, и увидим с вами в следующем видео. Попрощайтесь с акулой, потому что она теперь на Луне. Пока-пока-пока и удачи!